обратился к нам руководитель футбольного клуба «Олимп» по выделению финансовых средств для того, чтобы они могли участвовать в чемпионате Республики Молдова в дивизии «Б». Одно скажу, что они просили 200 тысяч, предложение при Марии 170. На сегодняшний день эти данные средства были запланированы у нас в бюджете. С учетом, что до конца года будет 200. Будем изыскивать остальную часть. Чтобы не оставим на полпути, скажем.